Ну разве это не здорово, чтобы вот так, да в январе месяце, зелено, красивенько, солнечно, ясно. Удивительно прекрасно. Ой, как жалко будет покидать это место. Как жалко. Может, я сюда со временем тоже переберусь. Тут общаюсь с людьми, которые лет 20 назад приехали, кто-то меньше, очень довольны этим местом. Может, я со временем сюда переберусь под старость лет, в самый экологически чистый город России, где столько зелени, где в январе месяце вот так вот красиво. Ой, ой, просто ой. Супер. Красота. Везде тротуарчики вот такие вот. Какой курорт, город-курорт замечательный. Я говорю, не зря мое сердце сюда еще потянулось. На недельку. Смотрите, какая травка зеленая. Газончик такой. И столько зелени, столько деревьев. Как здесь дышится хорошо. Просто супер. Удовольствие одно пройтись по этим местам. Я уже хотела было сесть в автобус. Нет. Не поеду я еще назад пока. Я еще здесь пройдусь, прогуляюсь. Полюбуюсь всей этой красотой. Как же. Оставлю себе на память. Ну и вам ее подарю. Любуйтесь вместе со мной. А по возможности приезжайте. Тут так красиво, здорово. Чистый воздух. Смотрите, какая красота. Пройтись по таким местечкам. Скамеечки какие. Я всегда обращаю внимание, какие скамеечки. В любых городах, где бываю. Они в парках везде разные. Вот. Вот так вот. Надо же. Надо же. А я было хотела назад уже ехать на автобусе. А тут каждый этот, посмотришь налево, посмотришь направо, места. Ага, сюда бы надо дойти еще. Сюда бы еще посмотреть бы, потому что очень красиво. Очень классненько. Где ж тут уйдешь-то? Где ж тут уйдешь? Единственное, чего не хватает, это вот светового дня. Ну, даже вечером. Вечером, где освещается, вот, например, как в Целебном парке. Территории, да с музыкой живой вчера. Такую прекрасную музыку живую послушала. Там и ребята играли на музыкальных инструментах, которых я даже не знаю название. И женщина пела, так классно пела песни. Не могу, пока я сняла видео, но не грузится. Уже столько много у меня впечатлений накапливается, что не грузится пока. Все. Интернета добавила себе, и все равно. Ну, как классненько. Ну, вы посмотрите, а. Ну, какие молодцы. Просто-просто супер молодцы. И вот эта зеленая травка, когда
где-то, как и у нас дома, почти под 30 было градусов минус, вот так вот в центральной России. Что там говорить про Сибирь или Дальний Восток, или вот если в центральной России морозы. А вот, а тут такая травка зеленая, такое наслаждение райское, красота. Просто супер.